Молодые афганцы с энтузиазмом протискиваются сквозь толпу на футбольный стадион в Кабуле. Недавно в стране была создана первая премьер-лига. Это обрадовало и воодушевило как футболистов, так и болельщиков. Афганская футбольная федерация, которая находится в частных руках, надеется, что создание премьер-лиги поможет сделать футбол в этой стране более популярным. За первенство борются 8 команд, разделенных на 2 дивизиона, которые в течение месяца будут встречаться друг с другом на столичном стадионе. За групповыми турнирами последуют полуфиналы, в ходе которых в каждом дивизионе определят победителя. 19 октября состоится финальная игра. Игроков 8 команд набирали с июля по август этого года во всех регионах Афганистана, включая столицу. В период правления талибана футбол в стране был в полном упадке. За такое развлечение в тот период могли наказать или даже казнить. Сегодня игра возрождается. Сегодня я так рад смотреть первую игру афганской премьер-лиги. Очень приятно, когда люди радуются и кричат. Это показывает, что крики и радость поддерживают игроков, и что в стране больше нет войны и конфликтов. Футболисты надеются, что лига поможет им выйти на международную арену. Моя главная цель в том, чтобы однажды я мог играть за пределами Афганистана и смог завоевать признание для моей страны. Полную поддержку лиги оказывают Международная и Азиатская футбольные федерации. Они же определяют правила и критерии отбора. Стоит отметить, что футбол является популярным времяпрепровождением среди афганцев. Так что существует большая вероятность того, что скоро название афганской сборной будет звучать и на международных чемпионатах.